Всем доброго времени суток. Сегодня 2 ноября. Чудесный, прекрасный день. На улице 22 градуса тепла. С утра у нас были грандиозные наполеоновские планы. Сходить погулять в сторону Марк-Анталии. А потом отобедать в нашей любимой забегаловке. Но в 10 утра начался ливень. Я показала, какой нешуточный. Он продлился 2 часа, ну так, с периодичностью. И после того, как он закончился, планы остались просто пойти пообедать. Уже не до Марк-Анталии. Время час. Мы вышли из дома, идем. По прогнозу вроде будет дождь, но где-то там 6 часов вечера. Я думаю, что до 6 мы придем домой. Кумкват созрел. В прошлом году мы как-то частенько тут с Кемалькой проезжали на коляске. Вон какой, Саш, вон оранжевый, глянь какой. Вон оранжевый. Ну, ж не достанешь. А достанешь. Ага, накапывает все. А! Ну, Саш. В общем, все мокро на улице. Умылся дождевой водой. Знаешь, как хорошо. Свеженько. Его едят вместе с кожурой. Кожура тонкая, сочная, и именно она сладкая, в отличие от внутреннего мира. Вкусно, полезно, сочно. Везде мокро, лужи. И, как всегда, влажно. Да, влажно, тепло. Хотела даже палантин взять, но не стала. Нет, не холодно. 22 градуса, ветра нет. Чудненько. Переверну камеру, буду гулять вас по Анталии. Как всегда, такое чувство, что круглогодично цветет бугенвилья. Одна лососевого цвета, а вторая такого малинового. Видите, да? Что разный цвет. Ладно, чуть поближе перейду, раз хочу показать красоту. Крупные цветы. Красивые. Нам еще топать минут 40. Решили пройти немного другой дорогой. Никак ходим в Марк-Анталии. В общем, идем как в стоматологию. Но мимо нее, чему я очень безмерно рада. Последний раз в той едальне мы были в августе месяце, когда с Альминой за хомяком ходили. Еда там была по 40 лир. Интересно, сколько сейчас стоит. Посмотрим. Еще раз покажу, где находится чудесная стоматология, которую я периодически посещаю. Магазин ковров слева. Мост. Вот там дальше Марк-Анталия.
А вот здесь вот над этим магазином ковров и находится кабинет. Не видно, но он там есть. Сейчас будем переходить вот эту потрясающую, огромную дорогу с каким-то немысленным движением. Цветущие цветы очень радуют глаз. А, идем, идем, идем. А, нам зеленый даже человечек. А сейчас немного постоим. Вот на втором этаже, видите, вот где зубы и темные стекла. Все, бежим, бежим. Идем не знамо где, но нам очень нравится. Здесь мы еще вообще не были, не ходили. И просто что увидели? Трамвайные пути, цивилизация. Ну и все, идем потихоньку. А мы не здесь где-то в профессиональном магазине ходили, это, покупали оттеночный шампунь, я помню. Просто геолокацию мне скидывали. Ну, в общем, не знаю, здесь или нет. Ну, движемся. Нам куда-то надо... Какой-то парень молодой что-то бегает вокруг дома. И, в общем, как-то очень дико кричит. Итак, мы логически думаем, что нам чуть-чуть спуститься вниз, а потом повернуть надо налево. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Какая-то ярмарка мастеров мимоходом. Пожалуйста. Камни, камни, камни. Ой, дальше еще такие же ларечки. Это виходки. Мераба. Положи волдок. Кола яслин. Вот и поговорили. С бисером мелкотень. Мераба. Мераба. Красотень, мелкотень навяжут. Мераба. Хочешь булдук? Мераба. А это на камне что-то, знаки зодиака, да? Мераба. Будут тач? Тач? Русские? Да. Здравствуйте, добрый богерой. Да, да, вам. Булоны 75 лир, а эти 50. 75, 50. Да, да, я поняла. Бунар ситрес хамин. Спасибо, кола гясен. Очень приветственный, приветливый продавец. Еще какие-то словечки знает на русском. Виходки просто произведение искусства. Кофточки на модных маленьких девчонок. А, салфетницы какие шикарные просто. Последние салфетницы. Мирабачок из за. Нагадар. Угу, стирать можно, 100 лир стоит. 100 лир. Это все виходки.
платки обвязывают красиво. Чё, Гюзель? Ты же? Кола ясно, ты же кирдрем. И здесь рюлекс. Нараба. Ты же кирдрем. Очень аккуратно сделаны игрушки, крючком навязаны он всякие разные. А это под горячие подставки. Мираба, что-то можно складывать? Зеркало. Гюзель. Нагадар. 130 лир. Большие, маленькие есть. Ну, в общем, средняя вот 130 лир. Вот это что такое? Боне? Bu içine çiçek koyabiliyorsunuz, led koyabiliyorsunuz, ışıklandırma. Ладно. Alt tarafı su kabalı şöyle. Ладно, не поняла, но очень интересно. Спасибо за рассказ. Ну что это? Ага. Şöyle kurutulmuş çiçekler falan güzel olur. В общем, можно вот такую, я поняла, композицию организовать, только более масштабном размере. Su kabağı. Hı hı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Люблю такие рукотворные какие-то произведения, но только полюбоваться. Ну все, теперь нам налево, да? Куда-то там. Угу. Мы почти у цели.